I'm alive. Какой эффект? Всем привет! Мы рано проснулись вместе. Знаете, я вчера вот не могла очень долго уснуть. В часов 7 вечера допила свой кофе, и такое чувство, как будто из-за этого. Потому что вот легла я в 2 часа ночи, и ни в одном глазу, и до 3 не могла уснуть. А зато вот сейчас я выпила кофе, и все равно хочу спать. А тогда с 7 вечера до 2 ночи оно действовало. Это очень странно. Я сейчас на уроке буду бороться со сном. Я надела такой мешок. Зато тепло, потому что когда я сижу на уроках, я ужасно мерзну. А когда засыпаю, еще больше мерзну. Я в нем тепло. А еще я когда монтирую, его надеваю. Я уже отучилась, пришла домой. Я вот купила стегозавра. То есть вышла новая коллекция. Клима обрадую. А в следующий будет папа Бронтозавр. А еще вот такие карточки купила Климу. Времена года. Здесь на казахском, на английском и на русском. Очень мне понравилось, в принципе. Это, конечно, не умница, но здесь акцент именно на языки. Что мне нравится в умнице, всегда есть что ребенку сказать, а не просто показать. То есть вот здесь написана подсказка. Ну, я сама себе сделаю эти подсказки. Вот. Потом части тела и алфавит. Это английский, а это русский. Тоже неплохие. Это производит у нас в Казахстане. Стоит 490 тенге. Эти карточки по 300 тенге. Это, кажется, тоже 300. Вот, смотрите, акула. А, Клим? Вот две колбасы. Зачем? Ну вот пилотик уже испугался и убежал. Золотое и классное. Да. Золотое. Я только что перемыла полы, обувь. Ты что собрался делать, расскажи? Купаться. Посредине белого дня, да? Да. Вот, посмотрите, сколько у меня улыбка. Да, Климу срочно понадобилось купаться. Так, с улыбками. И он так мило таскает игрушки. Ты все принес игрушки? А еще вон там сколько. Ты все принес игрушки? Да. Пошли проверим. Пору сложить на место. Аккуратненько. Вот молодец ты. Вот. Нет, это не сюда. Клим почему-то очень любит чистить яйца, да? Да. Сейчас Клим обсохнет, покушает супчик и пойдет. К бабушке едет. Да. А это мой обед, самый скучный на свете, перед тренировкой. Давай, Климаська, доедай скорее. Да. Что-то я его люблю. Пилька, нельзя. Нельзя. Уверенно его бери, уверенно. Вот так? Да. И удобно, чтобы ему было. Ну, видишь, ему неудобно. А как ему удобно? Вот так за... На, иди сюда. Не вредничай, Пилька. Клим даже маку не пытается брать. Вся надежда на пилотика. Веди себя хорошо. Клим тебя так любит, да? Даже не доел супчик. Сейчас. Я его сейчас вот сюда поставлю. Нет, нельзя, нельзя. Прыгнул. Да, ты выразил ему свою любовь? Да. И отпусти. Доешь супчик. Давай, садись. Немножко доем, а немножечко и все. Хорошо. Климаська уже у бабули. Я здесь сушу всех рыбок, хочу их убрать с глаз долой. Ну, временно, чтобы Клим соскучился. Потому что они были убраны вот в эту коробку на балконе. Он ее увидел, попросил достать, и с этого все и началось. Мой хороший.
Я пришла с тренировки, забрала клематику, готовлю супчик. Суп с гречкой. И с овощами. На мясном бульоне. Я кушаю авокадо с яйцом. Это самое лучшее сочетание. Один серый, другой белый. Кто придет к нам сейчас? Зоя Лиза! Да. Тесту яйцо. Зачем? Чтобы было вкусно. А ты будешь его кушать? Нет. Интересно. А мне динозавр. Мальчики, а ты, а ты диван открой, диван. В див... Клим, мальчики, покажи, где динозавр. У тебя тоже такой есть, значит? Нет, нет. А ты покажи свою коллекцию динозавров, Клим, в пакете которых. В пакете. Георгий, возьми в пакете динозавров. Какие? Это Климкина коллекция. А принеси большого стегозавра. Вот Клим несет. Это мама, мамонтиха, а это ее детеныши. О, два детеныша! От кого вы прячетесь? От злых людей. Они понарошку. Может, а Жорика возьмите с собой? Они меня взяли. А, ты с ними. Да, хочешь, я тебе почитаю? Пойдем, почитай про динозавров. Все, мы с Жоржем не играем. Ну, хорошо. Мы зато с Жоржем играем, да? Пойдем. Нет. Не хочу коллекцию. Хочешь коллекцию? Потому... Да, я хочу коллекцию. Клим, все, мы с тобой не играем. А ты не провоцируй мальчишек. Клима, выбирай, либо ты у нас, либо коллекция. И мы с тобой не играем. Сложно выбор, сделать выбор, да? Да я принесу динозавр. Ой, люди! Малыш! Кто ты? Они непобедимые. У тебя магазин? Это не магазин, это наши вещи. Да. Мы зато малышу взяли запасные штанишки, шапки и разные крючочки всякие. Там. А это не этот костюм. Катя, ты где это купила? Это на базаре. Нам... Получился, Лизик. Молочко нормальный. А Жорик нам тут театр устроил. Чубачу! Чубачу! А что, если у меня нету чупа-чупса? А что, если на всех не хватит? Давайте! А ты выкрикивай. Клим! Что это? К доске, Клим! Что это? За время года? Клим, отвечай на вопрос! Лиза тебя спрашивает. Это время года, когда идешь на пляж и купаешься там. Да, а это какое время года? Когда купаешься. Ну, а как оно называется? Ой, а вы за уроками в школе, в настоящей школе, не будете беситься? Нет. Вот, Лиза, ты теперь представляешь, как сложно быть учителем? Нет, я давай, не говори. Могу все сказать. Ну, подумай, может, тебе время дать? Нет. Давай я! Давай, поздравь с Новым годом. Сейчас придумаю. Придумал. Всем привет, поздравляю вас с Новым годом. Желаю счастья, успехов, здоровья, любви, здоровых детей. И хочу, чтобы все жили дружно и никого не обижали. Счастливого Нового года. И вашу папу. Георгий, давай теперь ты поздравляешь с Новым годом. Золотый коврик, золотый коврик, давай, рассказывай, Георгий. Золотый Клим не дает никому ни раскрашивать, ни рассказать стихотворение. Синяя нога! Смотри, это какая буква? Это легко запомнить. Ну-ка, говори, Лиза, учительница.
Скажи, какая это буква? Клима, я тебе на этой этикеточке сейчас весь алфавит напишу от А до Я. И будешь ты мне эти буковки показывать? И какая тигр, буква? На какую букву? Тигр. Т-т-т-т-т-т-т. Тигр. Т. Молодец, Т. Молодец, дай пять. Дай риски пять. Молодец. Это какая? О. Нет. Это почти как О, но только мягко звучит. Скажи мне про эту букву. Вспомни, ты с папой учил эту букву. Ты на нее смотри, чтобы вспомнить. Снимается на будку. На будку. Смотри на эту букву. На будку. Хотела чуть-чуть почитать ваши комментарии. Я просто в шоке. Я могу впасть в полную депрессию после того, что я прочитала. Позвонила маме. Говорю, мам, ты посмотрела видео? Да. Вот скажи честно, она не успела почитать комментарии, сразу говорю. Посмотрела, но не почитала комментарии. Мам, вот скажи честно, что не так в моем образе? Ну все ничего, но вот твои волосы, они вот как-то вот висят у тебя, тебе надо подстричься. Все остальное, все нормально. Да, штаны хорошие, мне понравились. А почему тогда мне штаны кажутся тоже хорошими? Ну, толстая я, ну что теперь? Не штаны меня полнят, а моя толстая жопа. Это правда. Я никогда своим друзьям не говорю о том, что им надо похудеть. Мне кажется, каждый знает и сам, что им надо. И мода у всех своя. О боже, я просто в шоке, какие люди могут быть. Я уверена, что все, кто пишет такие откровенные комментарии, в жизни они не такие откровенные. Они сидят и помалкивают. Можно написать какую-нибудь гадость и чувствовать власть. О, да, я всемогущий. И ничего конструктивного я в этом не вижу. Держу за вас пальчики. Пока-пока.